Каждый день в нашу жизнь приходят электронные помощники. Они приветливы и функциональны, максимально оперативны и работают без перерывов, выходных и больничных. Они находят с нами общий язык и помогают сделать правильный выбор. В мире почти 2 миллиона роботов, но ни одного робота-кассира в ресторанном бизнесе. Знакомьтесь, Маруся. Первый робот-кассир из Теремка.